В Гродно отметили Всемирный день донора крови. Беларусь присоединилась к международной акции в 2013 году. Сдать кровь безвозмездно предложили всем желающим в офисе областного Красного Креста и Центра трансфузиологии. Акцию поддержали представители власти, военные, сотрудники областного управления департамента охраны и просто неравнодушные гродненцы. То количество крови, которое мы сегодня сдадим, я думаю, поможет людям, которые нуждаются в этом. И, конечно же, возможно, спасем чью-то жизнь. И очень хочется верить, что нашему примеру последуют и другие. Поскольку это можно сделать каждый день. Есть у нас центры специальные. Вот, а сегодняшним мероприятием мы хотели бы еще раз акцентировать внимание, что это дело очень необходимое и важное для людей, которые в этом нуждаются. В торжественной обстановке в Гродненском центре трансфузиологии наградили почетных доноров и представителей организаций, которые не остаются в стороне и присоединяются к акции каждый год. Особенную помощь и не только в день донора оказывают студенты трех университетов нашего города – медицинского, аграрного и купаловского. За 2021 год с помощью молодых людей было заготовлено 538 литров донорской крови. Ее сдавали 1130 студентов. За весь прошлый год было заготовлено в районе 19,5 тысяч литров цельной крови. 8,5 тысяч литров плазмы. Была заготовлена антиковидная плазма 736 литров. Анти-Д плазма 234 литра. Мы в полном объеме обеспечиваем все потребности всех лечебных учреждений области. Сдавать кровь может любой человек в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть и противопоказания, при которых желающие не допускаются к донорству. Донорами не могут быть люди, имеющие заболевания вирусных гепатитов, туберкулеза, сифилиса, язвенных болезней и бронхиальной астмы. Это далеко не полный список. Также нельзя сдавать кровь людям, имеющим вес менее 54 килограммов, а также женщинам во время беременности и год после нее.